Подозреваю, что одно из самых интересных изделий из всей линейки Марсер, конкретно относится он к линейке Статтер, видимо, горожанин, это такие EDC-шники, название модели Марсер Стрэндж 5. Как всегда, в комплекте мы с вами обнаружим сертификат о том, что изделие не является холодным, для того, чтобы у нас с ним проблем-то и не было. Да ладно, ничего особенного, все, казалось бы, тривиально. И сразу, наверное, заметно, чем именно изделие бросается в глаза. Да, он полностью выполнен из металла. Обработка это называется Rainbow Finish. Ну, переводится это как радужная обработка такого вот интересного оттенка. Такое ощущение, что очень сильно перегретый металл до определенной степени создает такой вот интересный перламутровый узор, при этом хамелеонистый. Где-то он под каким-то углом зеленый, под каким-то фиолетовым и так далее. Не знаю, насколько хорошо передает эта камера, но выглядит просто, ну, не восхитительно, но очень сильно выделяется на фоне остальных изделий. Тем не менее, это все-таки нож. Общая длина его 180 мм, длина клинка 77 мм, длина рукояти 103, масса 82 грамма. Тип клинка Drop Point, толщина 2,3 мм. Сталь. Неплохая, кстати, рабочая сталь, хотя я бы таким ножом, разумеется, работать не стал. Максимум, что отрезать нитку или снять с пальца заусенец, не более того. Тем не менее, сталь 8, хром 14, молибден ванадий. Твердость 57-58 единиц по Роквеллу. Замок. Фреймлок. Не самый удобный, но зато довольно-таки дешевый. Кстати, изделие для своего внешнего вида, да, казалось бы, совсем недорогое. В качестве устройства изъятия, либо помощника, идет шпенек. В задней части имеется темляк, скоба, если не ошибаюсь, только под правшу. Изделие может стать самым ярчайшим представителем в коллекции какого-нибудь нажимана. Кому еще посоветовать, даже и не знаю. Пользоваться лично я бы таким не стал, а вот подарил бы с удовольствием.